Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артём, Артур и Макс. Всем привет! Здрасте. Мы продолжаем играть в Alien Colonial Marines. Мы по-прежнему на Сулака, вторая серия. Первым мы поняли, что игра, по сути, звезд с неба не хватает. Но, тем не менее, пройти его будет интересно, потому что это все-таки чужие, а мы дикие фанаты. Да. Именно поэтому, я думаю, вы тоже будете смотреть это прохождение. Ну, те, кто не хотел играть. И те, кого не получилось играть в кооперативе, потому что в кооперативе все-таки намного интересней, чем в одиночку, тем более в такой игре. Ну и ты у нас администратор, так что напускай так игру. Так что начать игру, да. Здесь между миссиями можно изменять маленькое оружие, модификации. Ну, да, прокачка стандартная, как бы стволы, прицелы и прочее. Так. Ой, это кто? Это похоже на андроидов каких-то. По кораблю нашего. Да по нам там стреляют. Хорош. Это компания, что ли? Да, сто пудов. Мне кажется, это даже не люди. Кстати говоря, я бы не отказал свою винтовку обратно взять. Присядьте за преградой, чтобы открыться. Спасибо Подожди, большое. А мы не взяли винтовку? Твою дивизию. Зачем мы прокачиваем? Сейчас сам это боевиком, кстати. Я свой дробовик улучшил маленько. У него он ствол какой-то теперь странно выглядит. Но он стал стрелять получше. Вроде это не андроиды, с них кровь идет. Короче, это компания, походу, что-то решила тут взять инициативу в свои руки. Она же, собственно, наверное, и держит, и задержала нас здесь, и как бы понятно, что верховодит из всем. На. Так, а кто там такой бежит? То есть, что называется, выкинули чужих в космос, а теперь подбежали какие-то новые обезьяны. Да-да-да. Это здесь неправильно. Не, ну чужих в космос, это, конечно, громко сказано. Ну так, как? Шлюз открыли же. Пять штук выкинули. Да это нормально. Говнюки. Так, тут нету никаких секретиков там или что-то такого. Да, я здесь, здесь. Прячусь на складе рядом с грузовым отсеком номер 3. Белла, напомню. Хорошо, держи деньги. Мы уже идем. Белла что-то подхватила. Чувствую, да. Заразу. Они наемники. Она какая-то странная штука. Это значит, про устав можно забыть. Они здесь что-то прячут, и свидетели им совершенно ни к чему. Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Ты какая? Ура, и к черту. Выполняй задачу. Найти Беллу. Так, гранаты эффективны против больших групп врагов, понятно. Короче говоря, она очнулась, рядом с ней какая-то непонятная, похожая на руки тварь. И у нее болит рот и грудь. Что бы это могло значить? И кто-то сел на лицо. Ну что, да, попробуем. Я что-то нашел. Я нашел броню. У Нил, как обычно, ловит вперед, такой, в атаку. Что происходит? Attack the human. Во, смотри. Чёрт, не пройдёшь. Давай туда не пойдем. Куда полез? Не лезь туда. Просто намертво. Давай туда не пойдем. Окей. Я был на Сулака. И вот я здесь. А, вот, кстати, видите, персонажи нам поменяли. Подожди, что это? Я не знаю. Просто я на нее навожусь, и у меня экран краснеет. Это турель? Открыть. Погрузчиком. Чурики, я... Куда ты полез? Бля, ну это вообще прикольно. Прикольно, да. Так, автопогрузчик — особый механизм, предназначен для транспортировки грузов на небольшие расстояния. Чтобы поднять груз или ударить противника правым манипулятором, нажмите правый триггер. Использование левого манипулятора, нажмите капитан такой, левый триггер. Так, мужчина. А помнишь, у нее ты теперь у нас девушка. На этой самой. Макс, ты ручка. С банданой девушка. На ручках, короче, у этой, у Рипли, когда она в погрузчик залезла, тоже такие стики были. Вот сейчас тоже так можно, наверное, покрутить. Полный эффект присутствия. Так, что мне нужно? Я не знаю, я тебя боюсь вообще. Отойду на 20 метров и спрячусь куда-нибудь. Откройте, пожалуйста. Нифига. О, ребята. О, да круто.
Так, у меня в руках ничего да, нет. Я качусь. Нельзя уж залезть. Окей. Ну, понятно же, кто-то должен дверь держать. Давай я, а ты катайся. Так, смотрите, тут еще яйца могут... Наверное... Смотри. Ой-ой. Видите? Да, все-таки сразу. Лучше их отстреливать, ну вон нафиг. Да, они уже открыты все по идее. Да, блин, может одно какое-то среди них. Это дело такое. Я еще помню это из Чужих против Хищника вторых игры. Ой, там такое было постоянно. Такие звуки такие. Погано. Киф. Иди сюда, ты должен это попробовать. Так, во. Кто первый? Ты. Подожди, а что было, если бы ты не выстрелил? Ну, тут еще... А, нет, тут все открытые. Можешь пойти проверить. Я не хочу знать. Во, открылось. Ой, твою мать. Отпусти, отпусти. Убейте ее, что стоите. Да прикольно ведь. Было бы прикольно. Доктор Стэнтон, я отклоняю вашу просьбу. Это куда я был? И делаю это по одной простой причине. Прикольно. Поверьте, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Поверьте, пару недель назад я фактически был на вашем месте. Но меня заверили, я подчеркиваю, заверили, что нам абсолютно ничего не угрожает. Думаю, вы уже заметили, что наши покровители приняли дополнительные меры безопасности. Пока на борту Сулака находятся наемники, вы можете быть спокойны. Ну хорошо. Конечно, да. Спокойно, мы видим. Это главное в такой обстановке, да, сейчас посмотри, что вокруг. Куча говна. Я спокоен. А у Нил там опять? Где у Нил? Там опять. Обычно. Впереди планеты всей. Так, я режу или что? Я режу. Почему у меня написано резко, а я ничего не режу? Потому что я режу. Потому что я не знаю. Это называется оптимизация игрового процесса. Так. Подожди, вон она, эта тварь, вон она! Опять на меня, зачем? Почти не считается, дали ачивку. Фу-ля, я смотрю, такая сидит тут на тумбочке. Мне показалось сначала, что кто-то с чужой тут хвостом машет. Ну смотрю, эта тварь, думаю, о! А чё на меня-то сразу? Не знаю, симпатичный самый. Господа, тут опять все в слизи. Предлагаю пойти вперед даме. То есть вот так, да? А, ну ладно. Тут закрытые, смотрите, осторожно. Нет, закрыт. Я не хочу. Я вообще ненавижу вот эти вот хреновины больше всего. Вот этих лицехватов. Вейланд Ютани, создавая миры. Да-да-да. Как там? Battle Worlds. Создаем новый. Берлин, Пекин, Нью-Йорк, море спокойствия. Что-то такое, снизу приписки такие. О, тихо-тихо-тихо, видите тень? Ой, опять эта тварь. Вон сидит. Опять сейчас я накинусь на харю. Ну нахер. Я сваливаю отсюда. Ты видел? Ну, это для тех, кто не знает из очень страшного кино. Хорош. Секретная операция. Ну да. Ой, тихо, тихо. Коробка упала, видал? Наверное, где-то там. Они прям... Вон он сидит. Вон он на ящике, видите? Так. Мочи, мочи. А, что ты на это ответишь? Да, я взору сейчас. Нет, ну что ты делаешь? Так. Ну я должен был это сделать, потому что мне дали ачивку снова в строю. Что-то мне поплохело резко. Резкая вспышка, ничего не вижу, ничего не помню. Вспышка слева. Я упал с лестницы, да? Да-да-да. О, вот еще одно яйцо закрытое я нашел. На-на! Ненавижу. Сколько там пакости? А-а-а, опять меня! Блин, тут нет стекла! Я тоже думал, что стекло. Гранату туда. А представьте, оно на самом деле меня уже заразило. Я просто не заметил. Я такой где-то там в серии в четвертой такой там. О, такой. И все.
я все взорвал. Ага, ну молодца. Спасибо. Мне полегчало. Там еще одна осталась. Ну можно было просто выстрелить с тройка. Для слабаков. В одну. Окей. Кругом эти сопли. Сулака, короче, полностью заражен уже. Да, а кстати, как это произошло вообще? Ну, то есть... Непонятно. Не, ну как? Оторвали непонятно. Хобот этой матки, из которого она свои там этих коконы... Сколько упадут. Лет, мне интересно, прошло или сколько часов после событий второго фильма? Если корабль находится над вот этой Фьюри планетой. Непонятно, к сожалению. Может где-то это мы, можно кстати, прочитать. Мы, кстати, планеты ЛБ, по-моему, посетим. Который взрыв был. 26, который? Ага. Ой, это будет круто. По крайней мере, я в демонстрации видел, что там вот это вот место, где Бишоп разделал лицехватов. Там мимо проходишь. Там было, да, здоровая, какая-то новая такая чужиха, здоровая. Да, от себятина. Это я. Не, ну, все равно интересно. Белла. Ты прям как Элли, только Белла. Штука когда-то очнулась. Ты точно в порядке? Анил, она была уже мертвой. Я в порядке. Окей. Я подрала ее, как только пришла в себя. Со мной ничего не случилось. Конечно, вы же не видели только что, что тут происходит с людьми, на которых она падает. В течение последнего часа. Мы идем отключать боевой комплекс. Ты как? Я не засек время. Анил, я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Сефора! Говорит, вот видишь, теперь нас пятеро. Мы нашли Белла из 2-3. Но нас обстреливают люди в Эйлот-Ньютоне. Направляем ну, черного тихо. Укажите кратчайший маршрут. Персонажи. Следующий она на картинке. К рельсам. Ну, сюжетный. Она... Ну да. Она один из персонажей. Только у нее скоро из груди вырвется монстр, и она умрет. Она наш единственный пилот, я так понимаю. Да, это сейчас скажет, а там спойлер, как вы могли. Это ожидаемо, ребята. А прикинь, кто-то не знает вообще, ни разу не смотрел ни одного фильма из чужих там. Ой, это Джек Шепард, просто, кстати говоря. По чужим не особо ориентируется. Джек Шепард? Ага. И он такой говорит, типа, пушка неправильно стреляет, какой-то звук у нее. Я говорю, как в фильме. Да блин, как он не ориентируется и еще и спорит на эту тему. Тупо как в фильме, Джек Шепард. Ты упорец. Джек Шепард, жаль, что ты работаешь. На правительство. Да. Нет, смысле, на Вейланд-Ютане. Некоторые наверняка спросят, где там Джек Шепард? Джек Шепард работает на Вейланд-Ютане. Вижу три Шайена, они высаживают морпехов на Сулака. Ура. Парни, не стреляйте по своим, а гадов из Вейю отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему Конечно. Мы уходим с Сефоры? Потому что Сулаку бьет по ней из крупного калибра. Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1, вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Так. Один из аудиозаписей, 0 из 3 жетонов найдено. Окей. Тихо. Я здесь пасхалку нашел. Где? Не пасхалку, а жетоны. Там 3 штуки надо собрать. Есть. Какое-то новое оружие доступно. Но это опять же между миссиями. Ну да. Так, в общем, такие дела. Немножко я видел кровавая на YouTube. Пасхалку, там яйца чужих будут раскрашены под пасхальные. Ну да, бывает. За 6 лет можно было в каждую пасхалку напихать. Раскрашенные яйца чужих. Да. 6 лет? Офигеть. И что, как бы они делали 6 лет? Мне интересно. Нет, просто игру стирали, делали по новой. Разные студии разработчиков. Последняя взяла Gearbox. Но Gearbox, она... делала только мультиплеер, а сингл там, похоже, допиливали какие-то аутсортеры, там какие-то джамшуты. Китайцы нанятые. Ну, смотри, что произошло. Тут красиво. Да, столько трупов, что аж красиво. Где тут красиво? Ну, я потом покажу. Окей. Так, кто-то дошел до контрольной точки. Ура! Говорит Сефора. Вот смотри, там война идет. Все, что есть, увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сефоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Лезут, лезут. Новые позывные капитана Сулака. Где? Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер. А я чужих жду. Ситуация стабильная. Нет, чужих пока нет. Тут у нас... Тут одни нелегалы. Да. Наши парни рассчитывают на тебя.
Кстати, боты неплохо стреляют. Отнимают не сильно много, так что. Нет, наши, в смысле, у врагов. А. Убивают внезапно. Обычно они для мебели. Ну, они лучше меня стреляют, это факт. Ну да. Так, это что за аппарат? Так, я что-то нашел или что, я не понял. Такой звук был, как будто я что-то подобрал. Ну, окей. Мне бы винтовку просто нормально. Ну да. О, ребята. Дробовики, конечно, хорошо, но... Ну меня нафиг. Так, я сейчас приеду, по-моему. Совсем? Да, совсем. Да, блин, я обойму у него высадил. Сейчас. Так. Все ясно. Я сваливаю отсюда. Я застрял. Тихо, я сейчас приду. Давай, меня самого грохнули. Как поднимать? Никак. Ой, блин, у него смартган. Ребята, я бы к вам пошел, но мне нехорошо. На гранату киньте, да, чё ты? Ой, я одного убил. Так, Белла сейчас размотает. Нет, ты не успеешь нас спасти. Да. Я сам не спас. Вот так вот, первая смерть. Ну, в принципе... Это потому что надо взять автомат. Здесь не то, что автомат, я кинул гранату, просто они сильные. Просто да, надо взять в руки мышку. Блин, я думал, может дадут сейчас оружие поменять, нифига. Ладно, теперь мы знаем, что нас ждет. Да, сейчас поаккуратнее вы. Я не понял, мы на Сулака или на Сифоре? Мы на Сифоре. Сулака в нас стреляет. А Сифора заражен, получается. Да, Сулака нет. Я что-то запутался, честно говоря. Сулака заражен. С него уже пошло заражение на Сифору. А на Сулака эти с компанией просто это все проводили. Из-за этого там заражение и столько всего. Вон, ну что. Теперь короче, они атакуют наш корабль, потому что сволочи. не рады тому, что мы пришли. А я думаю. Ой, хотелось бы найти и убить. А вот они. В этот раз все такие притулились наверху. Да-да-да, аккуратно. Неужели тут попробуем? Если нас будут убивать, это будет круто, потому что хоть что-то будет происходить. Да. Пока что как-то идем просто по коридору и стреляем у врагов. Так, знаете, что сделать? Идите все сюда, возьмите гранаты. Сейчас откроется шлюз, и мы все кинем туда гранаты, они умрут. Это будет такой своеобразный салют. Тактик. Во. Лавина, скотина! О, моя просрала, как моя обычно. Тоже, да. Как в детстве петарды. Нравится, на, получи! Ты смотри, он бронирован. Тоже, да. Ну, такой тяжелый пехотинец получается. А почему мы с них не можем пушку подобрать? Ну, кстати, хороший вопрос, на самом деле. Пушку, да? Может, там, типа... Идентификация по ДНК, как в Metal Gear. Или как в «Пристрели» фильм смотрел. Сифора стреляет по нам! Ну да. Да много. Упоротый фильм. Крутой. Упоротый, но крутой. Он крутой. Морковки хочешь? Клайв Оуэн вообще прикольный чувак. Ну да. Мне он нравится. «Дитя человеческое». Фильм такой заумный. Да, классный фильм. Мне нравится. Очень такой... атмосферный, необычный. Как обычно, у нас начинается, короче, разговоры про кино, когда в игре ничего не происходит. Там просто вот эти моменты там вообще гениально сняты, когда одним кадром без разрывов там показывают, как в доме кто-то стреляет, потом с улицы танк в них стреляет, потом камера обратно перемещается. Офигенно. Фильм вообще крутейший просто. Да, кто не видел? Я не видел. Ну вот посмотри, классный фильм. Да. Да, он старенький уже такой. Я вот вообще тоже на него чисто случайно наткнулся, чисто вот из-за актера. И после фильма этот самый какого. Ой. Скажи. Не пойман, не вор, вот. Сайдмен. Сайдмен, да. Понятно. Окей. Так, ну мы тем временем куда-то пробираемся. Мы, на самом деле, мы эвакуируемся, в общем, с корабля.
как всегда, гораздо лучше пробиваемся, потому что мы отвлечены на какие-то разговоры. Обычно, когда стараешься, ничего не получается. А тут я, честно говоря, удивлен, почему до сих пор мы не встретили ни одного андроида в противников. Потому что, ну как, Вейланд, Ютани, они вообще это дело любят. А в этом Alien vs Predator, что в новом, что в старом. В старом там вообще они были страшные, там с пулеметом такие твари. Да-да-да. В новом так. Да и в новом они прикольно сделаны были. Ну там хищникам прикольно было у них вынимать. Ну да, да. Внутренность. Такой, о, кишки. Так, мы выберемся уже отсюда, нет? Мне охота уже лифт. Как-то твердую землю под ногами чувствовать. О, Нил. И кто нажмет? Кто нажмет на курок? Нам вниз, пожалуйста. Вот знаю только я. Мне 8-й. Почему главный герой вот эти вот на голову выше нас? Ну, акселераты. Я бы сказал, какие они. Так, хорошо. Блин, я не хочу с одним дробовиком бегать только. Ну, блин, дойдем уже, да. Я с двумя бегаю. Ну, логично. О, меня как снесли. Ой. Блин, я думал, это наши. Нафиг, ой. Нафиг, нафиг, нифига. Ребята. Лежи спокойно. Ребята. Сейчас я попробую кровью. Тебя поднять. Я истекаю. Скажите. Прикрывай мою... Ай, меня сейчас грохнут, наверное. Я тебя не буду поднимать. А, ты встал, да? Хорошо. Так, короче. О, блин, сволочь! Это сволочь стала, когда я кидал гранату. Да ладно, тут гранаты демократические, они, когда у тебя под ногами взрываются, не страшно. Да, все равно. Пикарды, короче. Угу. Так, ребята. Здесь у нас броня, если кому нужна. Мне нужна, поэтому я забрал. Ну, она всем засчиталась, походу. Отлично. Ну и походу 100%. Хорош. О, как стреляет, это нехорошо. Ну так, дают просраться. Ну да. Я, честно говоря, когда купал эту игру, за смешные деньги, за 900 рублей, офигеть. Я не думал, что я буду воевать не с людьми. Ну, я думаю, всему свое время. И с чужими повоюем. Вот здоровье сейчас всем добавилось, да? Ну, я не смотрел. Ой, вы бы видели. Что это было? Ой, у тебя тут ничего не отображается, я думаю. Это просто нет. Печально. Я даже боюсь спросить. Ой, ладно, я промолчу. Потом посмотрим. Сюрпризом будет. Ля, ну там просто из заборчика торчала жопка. Полная жопа, да? Да-да, ну это, блин, это вообще капец. Так ты видел, он сидел тут, походу, или где? Вот этот чувачок. Да, он нас увидел. Выпрыгнул в окно и убежал. Психанул, короче. Да ну его, да! И был таков. О, Нил, ты упоротый, я бегу за тобой, а ты пробегаешь мимо врагов. Вот еще один бежит. Враги мимо меня бегают вообще. Я просто телепортировался. Отлично. Все надели шлемы? Да-да-да. Я даже 3 штуки сразу одел. Клево. Наверняка. Окей. Так, еще шлем. Сколько шлемов. Столько и голов. Народ, да, короче. Шлемов никуда, да? Да-да-да. Фашистская народная. Блатная хороводная. Мне нравится пистолет. Пользуется вот 11-й обычный. Ну, он мне нравится. Вроде как. Ну да. А как его взять? Влево. Право. Чего врешь? Ну, потому что я не знаю, где лево, где право. Ну, толково. Как оказалось. У нас просто страны разные, у нас левое и правое. Да-да-да, так что не придирайся. Окей, я кинул тогда гранату. Взорвал им, сказал я. Чё я им взорвал? Ай, да блин, так больно стреляют. Что я даже ощутил легкое жжение.
области груди. Я побоялся спросить. Нет, это не то, что ты подумал. Да, блин. Я постоянно своих с чужими путаю. Это нормально, нет? С чужими... чужими или с чужими врагами? Я чужой на этом празднике жизни, да. Да-да-да. Если кто не понял, это там картинка такая, чужой. С этим... с воздушным шариком, да, такой. И шапочки, типа на день рождения такой. Я чужой на этом празднике жизни. Где тут секреты? Я хочу все найти. Ну, конечно, найдем мы таким темпом. Так, ладно, идем вперед. Мне нехорошо. У кого-нибудь есть? Нет. Не знаю, там, валидол. А вон, смотри, что-то есть. Кто-то идет, вот я знаю наверняка. Ох, япона мать, это что было? Это дробовик Сол. Я зенитка, Винсент. Я просто нажал кнопку и понеслось. Так, мы почти дошли. Нет. Ой, я их обхожу. Ой, это залезет. Что за телепортация опять? Я его убил. Это стелс был? Круто. Да. Это было когда-то быстрое убийство. Три раза прикладом все пришлось ударить. Парни, вы невнимательны. Мы нет. Офигеть, что там происходит. Ну, тупо Звездные войны идут. Ой, нифига, посмотри. Слышишь, что тут говорят? Нет, я вообще от тебя отошел, черт, я туда, я ничего не слышу. Я просто не могу этим заниматься. Смотри на этот механизм. Офигеть. А, ну там воюйте пока. Вот это размеры. Ай, стреляет. Ну, по-моему, от... Ой, нифига, мой дробовик до того не добьет. Да ну нафиг, с моим оружием тут вообще нечего делать. Пистолет, возможно. Не-а. Никак. Ну, я три раза попал. Что это так бумкнуло? Мне кажется. Мы чужие на этом празднике жизни валим. И куда, интересно, подевался мой воздушный шарик? Ой, отходим, отходим. Да. Поднимите меня, мне нехорошо. А потом. Потом. Поднимайся, потом вылечь. Ой, ой. Блин, война идет. Мистер Шотти. Враг ликвидирован! Напичкали просто его. Дробью в попу. Не, мой дробовик, очевидно, лучше, чем Фикса. Я думал, чем мой. Ну, чем твой, это подла. Моего, блин, мелит непонятно что. Я кинул подарок. Главное вовремя сказать. Ой, что это? Это что было? Так. Это что было? Она мне, знаешь, что напоминает? Она мне напоминает турок. Турок? Я не играл. А меня поднимет кто-нибудь? Мне нехорошо, я смотрю. Хотелось бы узнать, где ты. Я лежу трупом тут вот, и все, я труп. Ну и ладно. Хорошо. Мы, в принципе, вдвоем спорим. Ошметки. Да. А правда, где ты? Нет, я мертвый. Я сейчас наблюдаю за вами. Наблюдай, пожалуйста, за нами. Хорошо. Какой выбор у меня еще есть? Не наблюдать за нами. Может, здесь как этот, Left 4 Dead, там я буду за какой-нибудь закрытой дверью. Ну, не исключено. Смотри, у тебя выбор такой. Вот у тебя из компа торчит... Да, черный шнур. Кто же захватил боевой комплекс Сулака? Спасите меня! Нет, ничего себе. Мы проходим игру. Зачистить командный мостик. Это непрофессионально вообще. Ну, как бы да. Во, вот и я. Проявился. Ну да, проявился. Блин, так ты один из них, я понял. Нет, я просто не существую на самом деле. Я воображаю. Вы плоды моего воображения вообще, по сути. Плоды. Нет, плоды. Только так. О, как он куркнулся. Прям как Старский. Хач. Блавски? Господи, товарищ. Холли. Ты подобрал, да? Нет. Что? Мне показалось, что тут... У них турели! Турели? Вот это нехорошо. А вон они, понятно. Здоровая, дай пройти.
Так, а с той стороны? Ой! Текай! Текай оттуда! Ребята, тут еще одна. А вот сюда иди. Спецназ. Я одну сломал. Хорошо. А вы там что? А мы... Мошкаетесь? Да. Мы сейчас обходим вторую. Все, я ее выключил. А ты взял и сломал. Ну, просто надо было нажать кнопку. И понял, мать, что ж они там стреляют так? Бой. Что-то здесь неправильно. Получи следующий. В следующем буду я чувствую. Турельки? Ой-ой-ой, мне хана. Мне хана, завалили. Вставай, солдат! Get up! Сзади. Отстань от него. Музыка, кстати, из чужих, из старых. Ну, именно из чужих. Кто там? Куда он взялся? Сверху. У нас за спиной один товарищ просто. Кто это? Откуда они пришли? Беганы. Да сдохнешь тоже. У меня здесь неубиваемый противник. Это нормально? Да. Игра, ты превосходна. Я его замочил таким. Да. Ладно, ну там как пока справляйся? Не знаю, вот один тяжелый чувак, и с ним рядом турель. Вот это будет опасно сейчас. Ну, гранат никого нет. Ой, все, я убил его. По мне турелька шарашит. Хорошо, это ай, блин. Скотина. Так, я обхожу. Я нашел обходной путь. Да ты че? А я с другой стороны обхожу. Зачем? Все, выключай эту шарагу. Все, сломали. Байдарку эту. Ой, смотри, это вообще управление, мост. Ух ты, прикольно. Всегда хотел посмотреть, что на таких кораблях. Блядь, там круто. Так, ну что, я нажимаю? Не. Подожди. А вдруг тут какие-то секретики? Да ладно, нажимай. Ну ладно. Сэр, мы добрались до мостика. Задание выполнено. Так усмехнулся, как вот только что не прошел через ад. Сэр, о чем вы? Мы же здесь. Ну, вообще-то нет. Злака, Сос, реактор в критическом состоянии. Мы ничего. Извините, сэр, мы не смогли. Ох, япономарь. Нифига его сплющило. А вот это было прикольно. По-моему, он сейчас врежется в нас. А, он уже похоронил себя. Так, я пока. Его понимаю. Может бежать как-то? Нет, тут вид. А вы видели, она прислонилась просто. Игра остановилась. Ну, как бы типа... Вторая миссия. Не, ну под конец это был прикольный поворот. Ну, чё, в принципе, давайте заканчивать на этом. Смотри, викинг убил на 5 человек больше, чем я. Это было очевидно. Тут вообще 10. Окей. Так, ну и что, давайте на этом заканчивать. В следующей серии, походу, мы тут будем вообще в проблемах. В огне, там, в пламени и все дела. Да, ну, у нас большая. Короче, знаете, что я скажу? По-своему, прикольная игра. Она, то есть, вот боевка здесь такая, чисто, как в этом, каком-нибудь спецопс, помнишь, там. Сюжет был прикольный, а боевка вообще никакущая. Вот ну, примерно чисто, то же самое. Чисто мне вот интересно посмотреть, как это все будет развиваться. Да, ну и вот именно, если бы я один играл, то я бы дальше первую миссию не прошел, а втроем намного более интересно именно посмотреть как-то в компании. Да, поэтому если вы купили игру, то играйте в кооперативе. Ну, собственно, да. Хоть как-то окупите. В принципе, что, давайте на этом прощаться. С вами были Артем, Артур и Максим. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока. До свидания.